Какой принцип смены власти вы считаете для своей страны наиболее приемлемым? Скажем так, российский образца 99-2008 годов, западный, либо какой-то еще? Спасибо большое. Вы знаете, я не знаю, как будет завтра, когда я не буду президентом, поэтому я не буду тут перед вами рисоваться. Но я вам скажу, как я сейчас это понимаю. Я не хочу оскорбить своих людей. Они в меня, ну, верили и, наверное, верят. Просто очень сильно верят. Поэтому забудьте эти разговоры о том, что я готовлю своих сыновей или там старшего сына как наследником. Это не Россия. Никакого наследства и по наследству власть никто передавать не будет. Я еще раз говорю. Я вам говорю так, как я сегодня это понимаю. Я вам говорю честно и искренне. Я не хочу, чтобы мои дети были в Беларуси президентами. Не хочу.